Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем второй свитер с бусинами от Zara. Проще простого, девчонки, простой, но единственный нюанс. Вяжу тонкими нитками в одно сложение, поэтому свитер очень тоненький. Вот единственная сложность для тех, кто не любит туго вязать. Для меня это в принципе не сложность. Нитки, вот эти, которые я в обсуждении выставляла, Angora Ram. Я так поняла, они довольно известны, отзывы разные. В течение видео я свой отзыв оставлю. Вот бусины, соответственно, тоже потом в конце скажу, сколько у меня ушло. Здесь даже вот на пряже, смотрите, написано, ну тут 4 миллиметра спицы. Нет, я вяжу 2,5 миллиметра, у меня плотность побольше. Здесь написано количество пряжи на каждый размер, в принципе, оно так и соответствует. Если немного останется, у меня 4 мотка, девчонки. Если останется, опять же, я озвучу, сколько осталось в конце видео. Но из вот этого расчета, я считаю, нитки лишние не будут. Лучше, когда они остаются, чем их не хватает в процессе вязания свитера. 500 метров метраж пряжи, 40% мохер, 60% акрил. Вот, 500 метров в 100 граммах. Вот она. Так, и спицы, что хочу сказать по спицам. Спицы полтора, у меня полтора вот эти вот. 1,5 миллиметра. Можно взять 2, это на ваше усмотрение. Ну, вообще лучше тоньше, чтобы туго было. И для основного полотна 2,5 миллиметра. Резинку я вяжу резинкой 2 на 2 тонкими спицами. Видите? Вот он мой один рукав уже есть, пока не разутюжен. Поэтому набираем, соответственно, снова у меня будет для 3 размеров. Если у меня 3 цифры, значит, соответственно, SML. Для того, чтобы вы понимали весь процесс. Вот, на спицы обычным способом я набираю 60 петель. Вот они мои 60 петель. И вязать буду резинкой 2 на 2, как можно туже резинку. Да и все вязание я старалась, девчонки, вязать очень туго. Ну, как очень туго? Ну, не свободно. Вот 2 лицевые, 2 изнаночные. Продолжаем вязать резинку. Вот, высота. Так, девчонки, смотрите, вяжем всего мы 20 рядов. Но в последнем 20-м сейчас у меня провязано 19. Это всего 20 рядов резинки. В 20 ряду мы продолжаем вязать резинку, но после каждой провязанной петли делаем воздушную петлю. Вот смотрите, снимаем петлю, делаем воздушную петлю. Провязываем по узору, делаем воздушную. И так до конца ряда. То есть вяжем там и по узору резинку, но при этом делаем между петлями воздушную петлю. Вот, довязала я ряд до конца, при этом добавила эти петли. То есть у нас получается, что мы добавляем то же количество петель, которое мы набирали, минус одну петлю. И по итогу у нас должно получиться на спицах вот такое количество петель после добавления. Теперь я перехожу на спицы 2,5 мм и буду вязать чулочной гладью, то есть лицевой ряд. Лицевые петли, изнаночный ряд, изнаночные петли. Сейчас я провязываю эти все воздушные петли. И далее продолжаю без добавления, без убавления, совершенно ровно, ровное полотно. Вот оно будет. Продолжаем. Я провязала 150 рядов в высоту. Я вот так вот и пишу. 150 рядов, 160. 170 рядов. Высоту рукава у меня 50 сантиметров. Вот здесь вот маленько закручено, поэтому 50. Я пишу в сантиметрах 50, 53 и 56 сантиметров высоту. И все петли закрыла. Да, вот это вот весь наш рукав. Все, больше мы ничего здесь не делаем. Теперь у нас вперед спинка, параллельно идем, девчонки. Соответственно, рукава у нас 2, вперед спинка тоже вяжется идентично, кроме горловины, ну и, соответственно, бусин. Поэтому пишу здесь, набираем мы 150, 160, 170 петель.
и вяжем резинкой 2 на 2. Набираем на спицы 2 миллиметра. Вот они, мои спицы, 2 миллиметра. Перед этим, если спинка у нас, значит, мы просто набираем, вяжем. Если вперед, я одеваю уже бусины. Одевать бусины буду. Кто видел, тот видел уже. Обычная игла с ниткой, видите? Я узел переместила где-то на середину, подняла, видите? Вот он, мой узел, который я переместила. Так, и теперь сюда я продеваю, в эту петлю, рабочую нить для вязания. И буду одевать бусины. Как вы знаете, ну кто знает, кто и не знает, я заказала вот по 100 граммов бусин 10 миллиметров и 8 миллиметров. И вот исходя из того, что останется здесь, вот когда я уже буду понимать, я в видео озвучу, сколько комплектов я разыграю, но оставшиеся бусины я разыграю между подписчиками. И условия смотрите дальше в этом видео, я пока еще не знаю, сколько их будет. В любом случае, минимально 2 комплекта будет разыграно. Вот таким вот образом я одеваю бусины. И потом уже набираю петли и вяжу резинку. А бусины буду вот так вот, соответственно, передвигать во время вязания. Смотрите, набрала я 150 петель и провязала 20 рядов резинкой 2 на 2. Очень туго вяжу резинку, девчушки, чтобы хоть как, чтобы оно держало форму. 20 рядов у меня 4,5 сантиметра. Я здесь напишу 4,5 сантиметра, 20 рядов. Это для всех размеров резинка, да? Далее переходим на наши спицы 2,5 миллиметра и вяжем чулочной гладью, то есть лицевой ряд лицевые петли, изнаночный ряд изнаночные петли вяжем. Так, мои хорошие, провязала я 12 рядов. Эти 12 рядов вяжите для всех размеров. Эту разметку я сделала отдельно. Так, распределяем бусины. Между бусинами, видите, 14 петель будет. Вот всего их 10 вот здесь. Вот между ними по 14 петель. С краю, вот слева и справа с краю, для размера S 12 петель, для размера M 17 петель, для размера L 22 петли. То есть разница у нас, вот эти лишние петли, которые у нас идут на разные размеры, они будут в этой полосе. Здесь у нас все будет одинаково. Я надеюсь, это понятно. Подвигаю себе несколько бусин сюда и вяжу. Это число петель включает и кромочную. Так, вяжу 12. 2. Вот видите, вместе с кромочной 2. Подвигаю бусину. Я думаю, что вы это уже знаете, но на всякий случай повторяю. Теперь вяжу между вот этими бусинами, буду вязать по 14 петель. Так вот, передвинула бусину, вяжу 14 петель. 14. Следующую бусину передвигаю. И так далее. Из следующих 14 петель. И так до конца ряда. В конце ряда у меня будет 12 петель. Далее я снова вяжу без бусин. То есть в этом я сделаю вот эти бусины здесь через 14 петель. И далее вяжу еще. Вот следующие у нас будут расположены вот так вот в шахматном порядке. Но это я буду объяснять. А вот это расстояние между этими бусинами будет 11 рядов. То есть сейчас первый ряд, считаем его как первый, в котором мы добавляем бусины. Потом после этого ряда вяжем еще 11 рядов. И потом мы с вами встретимся. Так, вот смотрите, провязала 11 рядов. Теперь у меня, то есть между этими бусинами у нас всегда будет 11 рядов. Вот я вот здесь вот обозначила 11. И здесь 11. То есть вот этот ряд, в который мы ввязываем бусины, он 12 по сути получается. Либо первый, как хотите. Так. Но между ними 11 рядов без добавления бусин. Сейчас бусины у нас добавляются в шахматном порядке. Если сейчас вот было у нас их 10, то в следующем ряду будет 9. И находиться она будет вот здесь вот.
А потом снова мы начинаем с этого ряда, как бы, то есть вот таким вот образом будут располагаться бусины. Сейчас у нас их 9, соответственно, с начала ряда у нас будет вот такое вот количество петель. Если здесь у нас было 12, то сейчас у меня 19, и соответственно для всех размеров. Сейчас я вяжу эти 19 петель. 19, видите, теперь я сюда ввязываю бусину, и она будет находиться как бы между вот этими двумя, и теперь уже между ними по 14, как и было в середине вязания, ничего не меняется, по 14 петель. 3 4 5 6, 13 14, и снова бусина. И так далее. Сейчас мы это их добавляем через 14 рядов. Ой, через 14 петель. Каждую бусину в конце у нас будет опять же вот такое вот количество петель. В моем случае 19. Вот. И снова вяжем 11 рядов и начинаем с этого ряда. Потом мы этот ряд и снова возвращаемся. То есть раппорт состоит как бы из вот этих вот 24 рядов. Продолжаем вязание. Так, мои хорошие, смотрите, я провязала для своего размера S. Всего 10 раз я сделала вот эти вот бусинные добавления. То есть у меня это 132 ряда. Для размера M 144 ряда. И для размера L 156 рядов. Это до горловины. А спинки потом дополним. Сейчас мы делаем вперед. Спинку, соответственно, вяжем одинаково, но там я дополню потом. Еще в процессе я буду дополнять. Теперь нам нужно закрыть средние петли для горловины. Я закрывать буду 20 петель. Я вяжу 65 петель, у меня 150. То есть 65 я провязываю. Закрываю средние 20 петель. Сейчас у меня мне нужно добавлять бусины. Так, провязала я 65 петель, добавила бусины, они у меня по очереди. Сейчас закрываю 20 петель обычным способом, просто закрываю 20 петель. Смотрим, закрыла я средних 20 петель, здесь у меня осталось 65. Я сейчас довязываю до конца ряда, при этом добавив еще 4 бусины по узору и вяжу изнаночный ряд. Вот они, эти 20, которые я закрыла. И теперь мы закрываем по вот этой вот схеме. Она у нас и для переда, и для спинки. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Это значит, что в начале ряда, вот, со стороны горловины, мы закрываем сначала 5 петель. Вяжем, вот они 5 петель. Вяжем до конца ряда и изнаночный. Потом 4, 3, 2 и 1, соответственно. А теперь, девчонки, внимание, розыгрыш. Посчитала я свои остатки. Вот мои бусины, которые 10 миллиметров диаметр. Вот мои бусины, которые 8 миллиметров диаметр. Здесь и здесь у меня посчитано на один свитер, на один джемпер L-ка. То есть по 150 бусин здесь и здесь. Потому что у меня лежать еще будут 100 лет, пока я что-то приду. Все очень просто. Оставляем под видео комментарий. Комментариев может быть сколько угодно, сколько вашей душе захочется, пожелается. Можете писать один, можете каждый час по комментарию писать, можете писать каждый день. Через неделю мы эти бусины разыграем между этими комментариями. И пошлю, соответственно, в любую точку мира, где бы вы ни находились, я отсылаю эти бусины. Поэтому пишем комментарий, смотрим видео, ставим лайк, и через неделю получаем бусины. Так, вот смотрите. 5, 4, 3, 2
и один малюсенький. Теперь я продолжаю вязать ровно, без добавления убавлений, без ничего, просто ровное полотно до нужной высоты. Вот, довязала я эту половину, видите, всего вместе с этими, вот от момента закрытия наших петель у меня 38 рядов, вот эти я вот тоже считаю, вот от этого момента 38 рядов, это для всех размеров, вот они, видите, я написала там, где горловина, то есть отсюда и наверх 38 рядов. Соответственно, от резинки и до самого верха в рядах у меня 170, далее 182 и 194 ряда. Это в рядах до верха. Теперь я закрываю здесь все петли и довязываю эту часть точно так же, как и довязываю правую полочку точно так же, как левую. Вот, смотрите, мои хорошие. Мои готовые детали разутюжены. Разутюживала, чтобы вы понимали. Мочить мало. На это, что хочу сказать по поводу пряжи. Мне она нравится, девчонки, вот правда. Она не выглядит дешевой. Вот как мне писали свои мнения. Я уважаю мнение каждого человека, да. Но на мой взгляд, она дешевая совершенно не выглядит. Она очень такая... приятная довольно. Не, она такая воздушная. Я довольна, что я вязала в одно сложение. Все-таки мне нравится, что свитерок легенький такой и воздушный. Еще не знаю, так что на этом этапе я пряжей довольна, но не знаю, кусается ли она. Я сейчас соберу его в кучу, потом попробую на голое тело одеть и побыть в нем просто. Потом я вам свое мнение скажу обязательно по поводу этой. Здесь мы с периодом разобрались, да, вот по рядам. И вот здесь вот длина, я вот здесь неправильно нарисовала, отсюда, от начала, для контроля, у меня мой размер 55 сантиметров, М 59 сантиметров и L 63 сантиметра. По итогу, то есть вся длина от начала до конца. Что касается спинки, от резинки мы вяжем в рядах 160 172 194 до момента горловины, вот до сюда, да, до нашей горловины. И соответственно, когда мы провязали вот это количество рядов, мы делаем точно так же горловину, как и вперед, только не вяжем вот эту ровную часть. Мы только закрываем вот эти петли. Вот, видите, вот мой вырез горловины. Он не глубокий, потому что это спинка. И вот так вот это выглядит. Теперь, девчонки, теперь я сошью плечевые швы. На тонкие спицы наберу петли для горловины. Вот, сшиваю сейчас, потом вернусь к вам. Смотрим, сшила я плечевые швы. И сейчас на вот эти 2-миллиметровые спицы тонкие я по кругу набираю петли. По кругу я не буду, поэтому и сшила оба плеча. Так, набираю петли не совсем вот в краешек, а чуть дальше, чтобы этот... как бы стык у нас был ровным. Так, и вот так вот по кругу набираю петли. Так, набрала я по кругу 152 петли. Так, набрала я по кругу 152 петли, девчонки. Смотрите, 152 петли — это ориентировочное число. Понятное дело, что у вас может быть плюс-минус там в районе 10 петель, то есть это должно быть плюс-минус. Но следите за тем, чтобы число было кратно 4, потому что вязать мы будем резинкой 2 на 2, и чтобы у нас все прекрасно легло. Первый ряд я вяжу изнаночными петлями, и далее продолжаю вязать по кругу резинкой 2 на 2. Вот видите, я провязала, девчонки, первый ряд, видно, что он изнаночными петлями. Хотя это не обязательно, это на ваше усмотрение. Так, высоту у меня 7 сантиметров, то есть в готовом виде у меня эта горловина будет 3,5 сантиметра, то есть я буду ее подшивать, вот такая вот она у меня будет. Вы же, если не хотите двойную,
пожалуйста, провяжите 3,5 сантиметра или закройте, или 4 сантиметра, или 2. Это уже здесь уже тоже ваша фантазия, ваши предпочтения, ваши желания. Вот я буду делать горловину такую, то есть у меня 7 сантиметров. Сейчас я закрываю петли и потом буду подшивать. Так, моя горловина, девчонки, смотрите, я закрыла все петли и оставила по длине нитку, ее продела в иглу, и ей уже буду пришивать. Пришиваю я вот так вот, складываю, пришиваю по кругу, чтобы сделать как бы двойную горловину. Так, вот так вот по кругу я пришиваю всю горловину. Далее пришью рукава. Вот я прибулавила, чтобы вам. То есть рукав делим пополам классическим способом. И от плечевого шва равную часть к переду и равную часть к спинке пришиваю. И далее еще боковой шов по рукаву и по полочке с спинкой сшиваю. То есть собираю. Мои хорошие, смотрите, вот мой результат, вот мой свитерок, к сожалению, только на манекене вам могу снять. Хочу сказать про нитки. Попробовала я, горловинку вам покажу поближе, попробовала я его поносить, может, мне повезло, но я очень чувствительна к кусающимся ниткам, этот меня не кусает, скажу честно, но... Вы знаете, не могу поручиться за вашего как бы продавца, за нитки, которые у вас. Вот, я же говорю, возможно, мне просто повезло, и мой не кусается. Но такой вот мой вердикт. И нитками я довольна, я еще буду их покупать и буду с ними работать. Поэтому вот такой вот мой результат. И, кстати, что хочу сказать, я довольна результатом больше, чем у первого свитера. Этот мне нравится больше, правда. Он такой понежнее, такой нежный, такой женственный, не знаю. Но мне, на мой вкус, мне этот свитер нравится больше, намного больше, чем тот первый. Не знаю, а вы свое мнение пишите. И не забывайте, кстати, пишите мнение и выигрывайте бусины. Вот, а я вас с вами, девчонки, сегодня прощаюсь. Хочу сказать, что... Следующий свитерок мы вяжем из H&M, тот желтый, все-таки выиграл номер 6. Кто не видел, посмотрите это видео с обзором. И в понедельник иду за нитками и начинаю его вязать. Вот. Ну все, девчонки. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.